Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Все самое интересное только для вас и только сейчас. Ну, там тоже в будущем будет что-то интересное, конечно же. Сегодня мы опять же распаковываем посылки. Интересные, непростые. Давайте же начнем. AliExpress. Начинаем. Бухлая какая-то. Интересно, что же там? Очень аккуратно пытаемся. Вау! Это мега-супер интересно. Ой, какие они мягкие. Это же ушки-котики за колочка. Или не котик. В общем-то, какая-то заколочка. Вроде котик, да. Ушки-ушки, давай кушать. Вот здесь колокольчик, розовая ленточка, это розовая. Вот здесь пушистая еще ленточка. Продолжим. Очень милые, кстати, ушки. Может быть, на дискотеку. Продолжим. Вот это будет такое. Какая-то эта посылочка подозрительная. Также я ее постараюсь как-нибудь открыть. Нет, ничего надо. Аккуратненько надо сделать. Там же кто-то что-то. О, там что-то. Я, кажется, знаю, что это. Опять. Только они уже другого цвета. Даже не открыто. Как бы. Так не пойдет. Это же сразу, только их видно китайцы. Немножечко здесь это отлепилось, но ничего. Помните видео, где я распаковала посылки? Мне попалось. Разноцветные, а теперь голубые. Можно украсить открытки, какие-нибудь вещи, чтобы красиво было и не скучно. Это стразы такие, бриллианты. Все. И распаковываем дальше. А что-то интересно. Открываем. Так. Ой. Это... Какие-то технологии. А, в общем, это вот так запускаешь. Он вот так крутится, и он светится. Это такой вертолетик. Интересная игрушка. Но для детей 3 лет и меньше не очень, конечно, советуется. Им глаз можно попасть, конечно же, или еще куда-нибудь. Поэтому это лучше делать все со взрослыми, запускать, чтобы вы не поранились, шрамы никакие не получили. Вот. Вертолетик улетает. Все. И давайте последнюю посылочку. О, китайцы. Грязную посылку прислали.
для лисы. Ой, я, кажется, знаю, что это. Наконец это пришло. Я ждала, ждала. Неужели? Неужели? Откроем, я вам сейчас всю правду скажу. Мы еще на картофоне, смотри. Здесь надо развязать. Отвязываем. Крутим, вертим, крутим. Вот, получается. Раз, и... Это же... маленькая ложка-кошка! Очень! Я ждала, и она пришла, наконец-то! С удовольствием этой ложкой можно кушать. Эти пальчики. Вот такая вот кися милая, серебряная. Там были еще других цветов, но мы выбрали серебряный. Мется здесь тяжело уже. Китайцы молодцы, сделали, чтобы тяжело, чтобы тяжело руки вот так на место поставить. Ну а так, прикольная ложка. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, то увидишь еще кучу интересных видео. Всем пока!